Доброе утро, мальчик. Вот тут у нас, смотри, два сидят. Два голубочка ждут. А вон Лирик уже побежал, видели? Скупался. Ай, утро-то начинается с чего? С открывания двери. Открываем дверь. Запускаем. Ну и что? И кто воспитанный? Кто показал себя тут? С какой стороны? Жорик. 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 Лирик. Жоржик. Лирик. Всем доброе утро. Ой, видите, как солнышко светит. В саду. Как хорошо. Они ждут меня, чтобы я их выпустил в сад. Ну что, пошли? Смотрите, какая кутерьма. Лерочек меня лизнул за ногу. Ну, не видно на камере, но лизнул. Ну что, команда, вперед. Вперед. Все. Назад. Пошли. Пошли. Нас тут уже поливается. А как же мы пойдем через воду? Ну что, пойдем по этой дорожке. Пошли. Пойдем, Лирик. Сегодня необыкновенное утро. Чем оно необыкновенное? Сейчас разберемся. Чем она необыкновенная? Во-первых, это утро. Утро в Александровском саду. Тишина. У нас тут вон такие, видите, кувшиночки расцвели. Лирик, смелей. Смелей, смелей, Лирочек. С утра Лирик не купается. А у нас тут... Смотрите, что здесь у нас просто, вон голуби сидят, жирные, видите, голубятню буду строить, разводить голубей, а Лирик будет за ними ухаживать, гонять будет их хвостом, помаши хвостом, он как сказал хвостом сразу. Ну что, иду показать человечеству утренний сад. Смотрите, с
Сколько радости, а? С утра собачек. А я иду вот сюда показать вам. Смотрите, какие поветельки выросли. Красивые. Вот они. Сейчас. А? Красота. Вот Виктория что сделала. Три палочки воткнула. И теперь у нас, видите, какая пирамидка. Вот эту красоту я и решил вам показать. Необычную. Вот чем необычное утро. Смотрите, как они распустились и повернулись к солнцу. Вот, видите, и вот у нас солнышко. О. А мы еще идем смотреть другую красоту. Здесь есть за что зацепиться глазу. У нас вот она самая главная красота. Сейчас мы к ней подойдем. Ой, какие вот еще тоже цветочки. Здесь Виктория насадила среди капусты. Вот у нее какие-то везде растут такие штучки. Но я не к ним иду. Я иду сейчас вот показать. Это у нее капуста здесь растет. Вот какая-то кучерявая капуста. Не знаю даже. Видите, какая интересная. Лирик уже что-то жует. Но это вообще для меня новость. Обычно он ничего такого овощного не ест. А тут что-то жует. Доброе утро, сестра. Серега прошел. Ну? Что, идем? Ой, тут пока продерешься через форзицию. Вот это вот форзиция. Вот она. Я думаю, что... Ля-ля-ля. Что это такое? Кто это оседлал капусту? А я думаю, что это у нас капуста погрызанная. Видели? Марка. Марка. Мирка оседлала капусту и грызет. Ну... В общем, форзиция, поняли? Наталья была. Форзиция. Ну, мы идем к другой форзиции. Ну, если форзиция у сестер, то вот у нас какая красота вселенной, то это братистер будет. Вот она. Смотрите, линкоранская акация. Целое дерево. Серега пошел. Что-то поливать будет. Ну что, вот я и пришел сюда показать братистера. Теперь это у нас будет братистер. А то все у сестер, да у сестер Наталья Белова. Пусть немножечко будет передых. Ну, немножечко отдохнет. А то он, говорит, прилепился ко мне у систер. А вот он отлепился. Теперь у нас будет братистер. Лирик, ну что, так и думаешь? Как бы заплыть, да? Лирочек. Ну, я пошел домой еще. Я сделал маленький обход. Выпустил собачек. Что думаешь, Сереж? Поливать будешь? Угу. Санька пришел? Да нет, еще он к 8 приходит. К 8, да. А ты вон что. Ну, я пошел. Я с утра маленький обход выпустил и все. Давай тогда. Лирик даже с нами пошел. Обычно с утра он не ходит. А тут необычное утро такое. Что Лирик? Он Лирик, только ворота открываешь, он первый сразу обход делает. Ну, а тут что-то он, смотрю, сидел прям там и пошел с нами. Обычно ж вот эти господа, а тут что-то необычное такое. Всегда каждое утро чем-то необычное.
Ну что, пусть остаются, я пошел тогда на работу. А мне тут надо еще как-то обойти поливалку, чтобы не намочиться. Сейчас обойду. А здесь тоже, видите, поливалка. И здесь. А, здесь еще. Вот. Цветет гибискус. А как же нам пройти? Марсик, ну давай прорвемся. Быстро так. Бегом, бегом. Смотрите, поливалка как. С утра утренний душ. Бегом, бегом. Все, пробежал. Опа, гусистер уперся. Вот он, видите. Это псевдоусистер. Усистер я вам показывал настоящий. Форзицию. А это все ложные усистеры. Ну и поскольку сегодня необычное утро, вот она магнолия зацветает. Необычно в том, что мы еще и открыли новый вид растения, братистер. Все. Иду домой, одеваюсь, завтракаю и на работу делать тяпки. Все. Пока, сад.